Башкортостане снизит уровень бедности в два раза. Ура, товарищи! Башкортостан сохранил 39-е место в рейтинге регионов по доходам населения. Долю населения за чертой бедности так вообще удалось сократить почти на 1,5% до победоносной оценки в 10%, что, правда, не позволило эффективной команде Ради Фаридовича догнать Тамбовскую, Орловскую, Тюменскую области и даже Республику Коми. Счастье, конечно, работать дома, еще жить в регионе, занимающем 39-е место по доходам и входящего в негласный топ по призывам на брата убийства на войну.